ход. Подожди, что ты хочешь сказать, что нужно опуститься, а потом туда допрыгнуть? О, боже ты мой. Ладно, сейчас, подожди. Так. Погнали. Ну вот, как бы в обход мы пройдем. Нормальненько. Нет, ну я не думаю, что пираты сами так пробирались. Действительно, какой-то путь у них был. Подожди. Ящик наверх. Благодарю вас. Так. Ну вот сейчас мы уже точно сможем подняться. И осмотреться туда дальше. Большое помещение здесь хочу. Мы явно подходим ближе к собору. Или к его руинам. Там уже от собора, да. Разве нет? Руины остались. Да, я знаю, тут еще мост. Я тогда там стояла, смотрела, сказала, мост разрушенный. Просто все смотрю. О, красота. Ну это явно строили не пираты. Тут все лучше продумано, чем я предполагал. Вот это. О, да. Наверняка много лет строили. Не жалели средств, чтобы спрятать 400 миллионов. Там тоже какой-то сундук. Так. Мост рухнул. Нужно искать другой путь. Угу, нам на ту сторону, блин. Опять проблемы. Так, что за... Мы можем зацепиться, что ли? Да ладно. Была не была. Оп. Надеюсь, этот сундук выдержит. Нейтана. Хорошо, что ты не тяжелее ящика. Все. Залез. Что делаем? Соображаю. Тут можно зацепиться. Зайдем. Оп. Так. Дальше. Тащи сюда. Подожди-ка. Надо как-то выровнять его, что мне не нравится, как он встал. Блин. Корявость, не радость. Вот так хотя бы. Так, теперь, наверное, я могу спуститься и раскачаться. Блин, не знаю, короче. Буду импровизировать. Так. Так, ага. Ну, на ту сторону, допустим, я попадаю. Брата нам как вытащить? Слушай, подожди. Немножко побольше. Подлиннее веревочку. Так. Кому нужны мосты? Действительно. Не знаю. Мосты. Он уже здесь. Хорошая. Шустряк. Опять проблема. Так, здесь залом. Не пройти. И как нам выбраться? Что ты все время мне задаешь вопросы? Я тебе сюда. Тоже задаю те же самые вопросы. Куда дальше, как нам выбраться? Подожди, из-за твоей головы ничего не вижу. Если бы тут все не развалилось, мы бы попали в ловушку. Ага. Оглянись, Нейт. Подстава. Было второе испытание. Все обрушилось в океан. Ну что, значит, испытаем себя в умении перебраться на ту сторону. Так. Сейчас что-нибудь опять придумаем. Ой, я там что-то видела. Ну-ка. Нет? О, померещилось. Жаль. Так, давайте думать. Давай думать. Тут что такое? Туда прыгнем, а дальше... Вниз. Там какая-то платформа, ладно. Допустим. Давай. Ух ты, там что-то есть. Кто-то не так аккуратно спустился. О, что это?
Записунчик. Апрель 1701 год. Да будет всем известно, что я Томас Говард, капитан неустрашимого, легковерный дурак. Все началось с распятия, таинственное послание от моего старого товарища, сулящее райские кущи. Поначалу я отнесся к нему с подозрением, но мысль о том, что я буду весь остаток своей жизни мучиться, думая о том, что случилось бы, если бы я согласился, эта мысль была невыносима. К тому же нельзя просто так проигнорировать письмо от короля пиратов. Я выжил на пустынных берегах Мадагаскара, пережил нападение Остинского Пемброука, но этого мне не пережить, нога моя сломана. А люди мои, люди трусы, которые боятся даже заглянуть в эти пещеры, не слышат моих криков о помощи. Кто мог представить, что все мои совершения закончатся здесь, вдали от дома, где я умру столь бесславной смертью? Именем Господа я проклинаю тебя, Генри Эвери, и пусть мой призрак преследует тебя до самой твоей смерти. Душевненько. Хорошо. Пойдем дальше. Что, братец? Страхова? Пойдем со мной. Вот эта хреновина типа качели может помочь. Да? Попытаемся. Аккуратно. Так, слушай, здесь мне не пробраться, мне кажется. Ага. Ага. Тут наверх. Да, подожди, подожди, наверх. Так. Ага. Ну, что там? Поехали. Механизм какой-то был. Тихо, тихо! Что за... Так, мне надо... запрыгнуть. Я не допрыгну. Стой, стой! Ничего не выйдет, ты слишком низко. Ты что-то предлагаешь мне? Я опущу, давай. А, ты меня подержишь. Хорошо. Так. Вышло! Вот так! Класс! Ну, а как же я? Сейчас я тебя... Сейчас, дай только оглядеться. Перетащу как-нибудь. Ладно. Это что такое? Подожди, ты это как болтаешь что-то. Ой. А в конструировании смертельных ловушек они толк знали. Да. Какое красноречие. Надо отдать им должное. Так, подожди, я тебе ящик подвину, зацепишься. Так, я нашел, как опустить качели. А, даже так. Скину тогда, тебе еще проще будет. Работает? Он тяжелее меня. Блин. Я в этом не уверен. Да, да. Намекает на вес, что ли? Ты что? Ящик тяжелее, определенно. Порядок. Ух ты! Эй, хорошо полетали! Ну, если с сокровищами не повезет, всегда можно податься в цирк. Нет, уйдет, черт! Тихо! Эй! Быстрей! Я думал, улетит. Офигенно. Испытание пройдено. Я бы предпочел пиратскую ловушку. А я уже хочу поскорее все закончить. Ну вот мы как вот идем, да, продвигаемся. Очень много после нас разрушается. Даже вот это, качели эти сломались, да. Считайте, что если еще кто-то пойдет, ну мало ли, то все. Уже не пройти никак. А обратный путь я себе даже просто не представляю. Как мы отсюда будем выбираться? Статуи добавляют драматизма. Ну, да. Правда, зачем все эти пышные украшения? А загадки зачем? Или мы что-то упускаем, или Эвери было очень-очень скучно. Развлекался, да, придумывая загадки. Никогда не придумывал. Опять не все так просто. Еще один крест. На этом хоть какие-то камни. Не трогай. Почему? Посмотри. Единственная ценность в этой пещере. Да. Это испытание. Жадность. Да. Или ее отсутствие. Ну, тогда...
Это наверняка монеты. Мы в этом уверены? Вроде да. Вроде да, сойдет. Ладно, давай одну. Жадность. Ясно. Только мне ловушка. Сработало. Конечно, представляете, искатели приключений, если они прошли все эти ловушки, все эти сложности, они их будут хватать самое драгоценное. Узнаешь форму? Мадагаскар. Смотри, тут звезда. Кингсбэй. Точно. Сукин сын. Он играет с нами. В смысле? Эвери, он с нами играет. Мы же на месте. И где гребаное сокровище, а? Ладно, так, Кингсбэй, что дальше? Северный полюс? Космос? Нейт? Тех, кто достоин, рай ожидает. Он вербовал людей. Кто вербовал? Эвери вербовал людей. Вербовал для чего? Порвались, черт. А, черт. Джентльмены, вы такие шумные. Пушки на пол. Медленно. Тебе еще причитается. Мало было выкинуть меня из окна. Рейв. Рейв, прием. Я на кладбище. И они тут были. Они прямо передо мной. Что? Где ты? Возвращайся в собор. Иди по следам. Я сейчас. Только не пристрели их, Бога ради. Тогда поспеши. Кингсбэй. Да, только Кингсбэй большой. Где искать, подскажет крест, но лишь два человека знают, как им пользоваться. Дай угадаю. Вы двое. Поручишь это Рейфу, ждать придется долго. Извините, я не стану торговаться. Возьми распятие. Это не распятие. Что? Распятием принято называть только крест Христа. Ладно, это детали. Такие отходят потихоньку. Не трогай! Поняла, прикрывай. Я тоже думала. Я останусь здесь. Боже. Господи. Я жив! Я стараюсь. Кошмар, прыгай. Это мой шанс. Давай, давай. Даю, даю. Подожди, не торопи меня. Толчай. Собирай. Допрыгнись ты. Чуваков засыпало. Что делаем? Соображаю. Плохо дела, блин. Ну, как тебе сказать? Поднимаемся и валим. Так, ладно, валим. Готовились. Подожди-ка. Я вижу, вижу. Ох, за нее можно было зацепиться. Офигеть. Готов. Тихо, тихо. Сейчас я тебя прикрою. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
завалил. Ну как так можно жить? Так, братец побежал. Сейчас. Спасибо, брат. Мы вот прямо разворошили осиное гнездо. Так надо было разворошили, делать. Разворошили, пнули и подожгли. Так, у меня порядок. Да идем, идем. Ой, там бочка. Есть. Подожди, подожди, укрытие. Жаль. Черт, дробовик! Нету дробовика. Блин. Ой, неудобное укрытие. Так, там у кого-то должен быть дробовик. Чё ты там? А, бочка. Эффектно, но не попали, да? Нет, попали. Нет, смотри-ка, все спят. Так, аккуратно. Ага. Ух, жесть, меня задело. Уходим, уходим. Охилься. Отлично. Да? Так, у меня сейчас нету. Ой. Отлично, отлично. Динамитов нет, этих. Блин, граната пошла, уходим. Зацепила, что ли? Проклятие. Сейчас иду. Нормально. Так, дайте-ка я вот это возьму. Ну чё мы? Где? Где мы? Чё мы? Очень много этих тут. Да. А, 12 калибр. Два патрона. Нет. Пожалуй. Ай-яй-яй, я думала, я отбежала достаточно. Сейчас. Этот готов. Эй, Нейт, салют ваш слышно даже мне. Что у вас там? Долгая история. Развлекаемся. Убираемся отсюда к черту. Ну, это я понял. Ладно, держитесь. Я скоро буду. Отлично. Нас скоро заберут отсюда. Мы на поверхности. Я додумала, как мы оттуда выберемся. Они вовремя там все нам подзорвали. Так. Да-да-да. Ой, уходим. За стенку, за стенку. С пулеметом что будем делать? Грохнут. Да офигеть! Как мой брат пропустил его? Я думала, сзади нет. Подожди. Я вижу, что он пулемет. Что он, чувак, к нам залез? Пусть подходит потихоньку. Два патрона. Замечательно. Так, с этой стороны попробуем. Класс. Есть. Ну что, нам его снимать-то только из этого? Короче говоря, вы поняли. Патроны 12 калибра, кстати.
жопа. Ух ты, а парни пришли. А я-то пошла динамит брать. Думала, возьму и этого выкурим. Так, подожди. Да идите на меня. Ай-яй-яй-яй. Блин, куда он селится? Еще мужики выбьют. Что, брата еще не стреляли? Так, с этой стороны чисто, ладно? Я покрылась. Есть. Бросай! Все? Не знаю, что это было. Но вроде как сработало. Мне кажется, все-таки брат его вывалил. Так. Ты уже быстро так убежал. Мой шустрый брат. Почему черт? Что опять? Да ё. Есть. Вдвоем они там были. Еще кто-то есть, нет? Класс. Так, подожди, подожди, патроны. Да боже мой, оно. Красиво. Убиваем красиво. Все, успокоились. А где спасибо, брат? А, снайперка. А сколько патронов? 8. Ну нафиг. Я буду с ними делать. Хотя эти больше расходуются, опять же. Да, иду, иду. Там еще. Подожди. Патроны. Блин. Ай-яй-яй. Ай! Он отдавливает мне руки. Что такое? Не усложняй. Да? Спасибо. Стараюсь. Что, опять накажешься? Ага, вижу. Одного уложил. Этот, я не знаю, зачем так просто. Прикольно. Ух ты! Слушай, Нейт, здесь негде приземлиться. Можешь спуститься к воде? Как всегда. Да, сажайся, малё. Я как-нибудь доберусь до тебя. Ага. Как-нибудь это как? Скажи, что нам не туда. Не тормози! Беги, не тормози. Нет! Ну, типа того! Да! Да! Да, именно! Да прыгай! Молодец! 9 патронов! Что за черт? Так, подожди. Возьмем. Кого там не вижу? А, вон он. Блин. Ага, там еще один. Спускайся, пока не доберемся до воды. Ворчит идет. Я спрыгнул. Давай, подожди. Так, пистолет там. Пистоль, вернее. Поехали. Нормально. Так, стоять. Ой, не вниз, с той стороны. Вай-вай-вай. Да не с этой стороны. Убрала его, по-моему, нормально. Ага. Круто.
Так, там захватиться. Хорошо, я готова. Поехали. Прыгаем. Отлично. Слушайте, мне нравится вот этот побег. Очень такой зачетный. Так. Ты здесь! Офигеть. Можно обойти! Блин. А что? Что-то он вообще... А, нет, спрятался. Я думал, он вообще не прячется. Так. Это так, на всякий случай. Вдруг за ними кто-то прятался. Этот с гранаты бежал. Они стреляют в самолет. Шевелитесь, пока меня не потопили. Ну, мы как бы шевелимся, если он не заметил. Он, конечно, нас не видит. Могли бы уже тут еще раз погибнуть. Тут еще и прыгнуть надо вовремя. Так, подожди. Нам ведь не вниз. Там черти что творится. Нам наверх. Так. Что ж такое? Так. Ты, брат, вообще не стал стрелять, да? Я так понимаю. Погоди-кась. Нам туда, да? Так. Что нет, я не вижу. Подожди. Ага, вот так обойти и туда скатиться, все поняла. Не сразу заметила просто. Я понимаю, что туда. А как? Блин, еще обстреливают. Полетели! Здорово! Заводи! Шарманку! Выбрались, да? Они подстрелили мой самолет, Найт. Мы целы, спасибо. Сколько лететь до Мадагаскара? Так сокровища нет. Пока нет. Да что за нытье, не понимаю. Мы богаты. Ну-ну. Ладно, хоть что-то. Остальное значит на Мадагаскаре. Там была комната с огромной картой Мадагаскара на полу, так что... Да, наверное, там. Это все больше напоминает мне охоту за привидениями. Сокровища в Шотландии никогда не было. Зачем тогда все это, а? Вся эта затея с крестами... Да говорю же я. Эвери так вербовал себе людей. Крест был приглашением, а пещеры, ну, чем-то вроде инициации. А, то есть мы прошли, да? Поздравляю. Мы заслужили попугая и повязку на глаз. Не понимаю, зачем столько усилий, чтобы просто набрать себе команду? Чтобы защититься. За его голову была назначена самая большая награда. Он брал только тех, кому мог доверить свою жизнь и тайну общих сокровищ. Каких общих сокровищ? А ты... Ты подумай. Томас Дью сам по себе был успешный пират. Тогда с чего вдруг он захотел примкнуть к Эвери? А Эвери наверняка отправлял кресты только богатым пиратам своего уровня. А что, если они вместе устроили общую казну? Получилось бы много больше, чем груз Ганга Савая. Именно. Охренеть. Ладно, и куда там нам надо, на Мадагаскаре? Поточнее. В Кингсбэй. Там во времена Эвери было пиратское гнездо. Я знаю Кингсбэй. Большой город. Нельзя ли поконкретнее? Ну, та карта на полу совсем обвалилась, так что нет. Чего развеселился? Люди, которые проходили пещеры. Наемники. Что оставалось у них в руках? Тут вулкан. Вулкан есть недалеко от Кингсбэя. Значит, туда-то нам и надо.
Нейт! Привет! Привет! О, Господи, до тебя не дозвонишься. Ты живой, Дан? Ну да, а что такое? Ну как же, у вас же там наводнение. Все-таки не лучшая была идея лететь в Малайзию в сезон дождей. Ну да, ну да. Короче, да, застряли мы тут из-за этого. Потеряли часть снаряги, но целы, не волнуйся. Вы только осторожнее там. Работу завтра начинаете? Нет, придется отложить. Мы тут еще, наверное, дней 10 проторчим. Ого, 10. Так может, я тогда куплю билет и к вам прилечу? Не-не-не, не надо. Может, не 10. Эти ребята всегда промахиваются со сроком. Наверняка раньше вернусь. Ну ладно. Ты, в общем, не торопись. Береги себя. Ладно. Стараюсь. Извини, надо бежать. Меня тут Джеймсон зовет. Ладно. Люблю тебя. И я тебя. Вау, тут кроме этого ничего не скажешь, шикарно будет. Что там по спутникам, Виктор? Да что-то вообще по нулям. Нет сигнала. А знаете, что не зависит от сигнала? Бумага. Вот по этой дороге мы доберемся прямо до вулкана. Хотя немного потрясет. Ну тогда поехали. Ладно. Ага. Так, давайте-ка поедем мы в следующей уже что части. Здесь... 12 башен она называется. Они просто там опять начали разговаривать, не дадут сейчас мне закончить серию. Спасибо вам большое, ребята, за просмотр. Это потрясающе интереснейшей, увлекательнейшей серии, части. Я прям в полном восторге. С каждым вот разом все больше влюбляюсь в эту игру. И она, конечно, бесспорно претендует на игру года. Встретимся очень скоро, не забывайте ставить лайки, жду ваших комментариев и пока-пока.